Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и я соскучился по вам и по проекту «Здесь был Макс». Это третий полноценный выпуск, и вы знаете правила, на всякий случай они есть в описании, что на вот эту вот почту вы присылаете свои коротенькие видео со словами «Здесь был Макс», с вырезанным Максом Брандтом в виде такой вот фигурки, и с фоном в виде вашей достопримечательности в вашем городе, поселке, стране, населенном пункте, там, где вы живете, либо находитесь. В конце будет важная, интересная, необычная информация. Сейчас давайте без промедления посмотрим на ваши шедевры. Всем привет, меня зовут Света. Мы находимся в нижней части парка Дендрарий города Сочи. Мы не знаем, что это за дерево, но ему не меньше 100 лет. И у него тоже был Макс. Здравствуйте, это был памятник военным строителям. Я Мария Алексеевна, фамилия Тищенко. Я из города Комсомольска-на-Амуре. Здесь был Макс. Привет, меня зовут Ванёк. Я Чердалёв. Мы находимся на фестивале красок в Холле, и здесь был Макс. Да. Привет, я Маша Чупракова. И Арина Пенина. Мы сейчас находимся в Московской области, городе Реутово, около церкви иконы Казанской Божьей Матери. И здесь был Макс. Привет, меня зовут Влад. Сейчас мы находимся в Владимирской области, в городе Камешково, точнее в самом его конце, на улице Островского. Как известно, Островский Александр Николаевич – это известный русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития национального русского театра. И, конечно, мы сюда пришли не только для того, чтобы я вам это сказал, но и для того, чтобы сказать «Здесь был Макс!». Всем привет! Сейчас мы находимся около Павлодарской церкви, рядом с которой протекает река Иртыш, которая имеет свое начало в Китае. И здесь был Макс! Привет, меня зовут Настя. Привет, меня зовут Эрик. Мы находимся в отеле «Морская феерия», город Севастополь. И здесь был Макс. Я нахожусь на улице Станиславского, которая является одной из основных транспортных магистралей в ближайшей части города Новосибирска. Ширина улицы 6 полос, длина около 3 километров. Улица начинается в районе площади Труда, пересекается с улицы Ударная и заканчивается в районе улицы Котовского. На этой улице есть парк Кирова, который построен в честь премии Ивана Кирова. Здесь был Макс. Я нахожусь в городе Ивантеевка, и сзади меня культурно-досуговый центр Первомайский. И сзади памятник Ивану Федоровичу Горбунову. Это наш писатель. И здесь был Макс. Привет, я Владимир Рубцов, и это моя родина, город Казань. И здесь был Макс. Всем привет, меня зовут Света. Мы находимся на станции Олимпийский парк города Сочи. Здесь проходили зимние Олимпийские игры. А осенью пройдет этап Формулы-1. И здесь был Макс. Всем привет, я Евгений Чердалёв. Мы находимся в Санкт-Петербурге, в Ленэкспо. Это 15-й фестиваль научной фантастики Старкона. И здесь был Макс. И вот та информация, про которую я говорил, которую я назвал интересной, неожиданной, странной. Мои друзья играют в игру World of Tanks и сделали клан имени Макса Брандта, то есть имени меня. Мне, конечно, это очень льстит, но не все так просто. Ребятам нужны хорошие бойцы, опытные, и которые могут... Я не знаю просто, что в этой игре можно делать, но, видимо, хорошо играют. А ребята сами там с хорошим опытом, с хорошими какими-то статистиками. В описании есть ссылка на клан имени Макса Брандта в этой игре. Есть на паблик ссылка про этот клан, где написано, как туда вступить, кто туда может вступить, за что они борются, за что они сражаются, как они играют, во сколько, где, когда. Опять же, кого принимают. У меня есть там аккаунт, нижнее подчеркивание, Макс Брандт, нижнее подчеркивание. Я, к сожалению, играть не умею, но поддержать как могу этих ребят, моих друзей, тем более, если они настолько доверяют мне, что назвали клан именем меня, я просто не мог в видео на своем канале об этом не сказать. Друзья, если вы играете в World of Tanks уже приличное количество времени, потому что новички, я так понимаю, моих друзей, приятелей не очень интересуют в клане. Если вы играете в эту игру и у вас нет клана, либо вы хотите перейти в канал, в клан имени Макса Брандта, то, пожалуйста, перейдите по ссылке на клан, узнать там, как он строится, кто там у него глава, и в паблик, где рассказано, как вступить, что нужно сделать и вообще зачем это все.
Я думаю, в общем, те, кто играют, поймут, те, кто не играют, просто спасибо, что досмотрели до конца, и простите за информацию, которая вам была не очень интересна. Но в любом случае, выпуск третий проекта «Здесь был Макс» заканчивается. Жду ваших видеоработ на вот эту вот почту. В принципе, пока все. Будет скоро новых видео много на моем канале, и на ЛИС-ТВ, и на ЛИС-ТВ шоу, и на канале Визов, и везде-везде-везде. Поэтому подписывайтесь по всем ссылкам в описании. Всего доброго! Меня зовут Дилара. Меня Оля. Мы находимся в Астане, это столица Казахстана. И посередине нас главная достопримечательность Казахстана – Байтерек. И здесь был Макс. И мы вас с Костей тут ждем. Астана, Казахстан.